Уже там. Теперь Хахель туда пришел. Да, Хахель туда пришел. Такой наглый, раз, блин, в лес на. Да. Причем так. Да, он прям зашел, с нами поднялся наверх. Я смотрю. О, он знает. Иван, главное. Ты понимаешь, Иван, главное, оставил дверь открытой, она уже к вам в гости собиралась. Он это сначала остановился на втором этаже. Я не понимаю, что он пристал к ней. Нюхал, она, нюхал. Понимаешь, подъезд, когда вино начинаешь открыть, пускать их... Давай, да, открывай. Вино выразил. Когда обоих начинаешь пускать, она на него рыкает, понимаешь, типа, рычит. Типа, она нефиг, его, нефиг, типа, нефиг приходить. Она, у нее какая-то ревность, что ли. Хотел попробовать. Давай попробуем, открой. Давай, да, конечно, супер. Да не, я попробовать не это хотел. А, какой способ открывания? Да. Давай, давай. У нас полторашки нет. А что надо? Я тут видел, как открывается. То лучше пальцем там проткни или еще что. Нет, пальцем не продать. Или шашкой вот так. Вот так вот переворачивает ее. Вот так, давай лучше. Шашкой бьет по дну. А, и что? Потом опять поворачивает. Опять поворачивает. Она опять полторашкой бьет по дну. Опять поворачивает. Ты давай, тут и не надо, бей. Еще раз бах, три раза стукнул. Иван, оно красненькое, плохо отмывается. Не стоит. Еще и сухое. Ну. Я тебя тут убью сразу же. Говорят, и про... А я помогу. Придумывает, он тут стоит. Открывать будешь, правильно. Знаешь где? Он на улице. Так. Правильно, правильно. Файт. Он точно не здесь. Вы на улицу хочешь, бери бутылку и тренируйся на улице. Делают это красное, что, чтобы внутрь его нельзя было провод толкнуть. Пробку. Там прям видно, уже не горло идет. То есть, а некоторые еще продавливают туда внутрь. А сейчас уже не продаешь, сейчас специально все бутылки вот здесь делают, чтобы она была не. Это чтобы нельзя было протолкнуть. Чепонька. На, блин, старого еще. Дашка по делам, да? Даша, работаем. Она там останется, у девочки ничего, а у нас сегодня ей дома даже не будет. Вся доловая. Она мошки были дома. Мошки были дома. Че за хлебом не сходили? Все, Рин. Вон улетели, вот кошка и. Хлеб не принесли, да. Они улетели, обещали. Гонял за хлебом, да? Всегда. Входной хлеб и на неделе покупает дед, а входной покупает. Я забыл про него. Нет, сказали бы, мы бы хлеба захватили. Я говорю, я брать не буду, я еще не домой. У нас это, как всегда, хлеб лежит и что-то не пропадает. Я только... Эх, ты что, Мига, домой? Да. Вот видишь, как картошечка. А видишь, что ей? Я чем? Пока не домой. Вместе с хлебом. Ты позвонил. Рыбу уже... впаривали. Я, да? Говорит, я уже разучилась это, картошку чистить просто ножом. А тут ей позвонила, сказал забрать. Привыкла вот этой экономкой. Ну, правильно, а чего у них нет? Не, а там она какая-то странная, вот эта вот экономка, она крутящаяся, там, понимаешь? Там несколько разных, то есть там и давай, там, натерка и прочее. Подвинь тарелку. Картошечка. Отварная, свеженькая. Картофанчик. О, видишь, раз, и все. Ну, короче. Наливай, все, а то уйду. Уходи, а то налью. Нин, там кубаретка есть. Знаете, наливайте, вова, она наливает винище. Наливай. Эй! Двигай туда табуретку. Не мешает там табуретка, а себе возьмешь там. Угу. Что, это вот чак-чак, что ли? Да, и... Чак-чак. С чайком всё, чак-чак. Наливаем. А Вовке, да, и стакан он сок нальёт, там стоит. Догадается, да? Да. Свет включить. Да и как-то скромно еще. Не, у нас дома вот когда всегда прям горит все. Ну давайте, что-то всё вокруг. Давайте поярче свет горит, у нас не так. Мне самой его тоже не нравится. Ну, давайте. Хоба-хоба. С покровом. Они еще лампочки. Да, с праздником, с покровом. Да, с покровом. Вот все. С праздником. Слава богу, снег, ничего. Но если было холодно, то скорее бы снег был. А да, так, вот, картошечка. Что там за система такая у меня в машине? Чего? Едем, блин. У него пипикает, да? Пи-пи-пи-пи-пи. Блин, это снежинка горит. Угу. Типа это. Это может человек у нас горел какой-то. Зимний режим. Типа который включается. Почитай книжки-то. Так. Ты зачем? Чтобы она ко мне прилетела?
Это пробка, что ли? У тебя же есть. Я же прям напугалась. У тебя же есть литература. Салфетку оторви. Всё. И 4. А у кого? Вот и 3. Я шпротинку зацеплю. У меня 4. Вот я пошел на улице, 4 градуса было. Я, блин, столько за, блин, вел ее. Она пи-пи-пи-пи-пи и перестала. Угу. Я еще думаю, блин, что такое, блин? Напугался. Что, вроде венок неплохой, да? Давай, что? Скупили. Не, ну мы пили кензамараули, мы сладкое пили. Мы полусладкое пили. А это вот такое сухенькое. Да, это сухое. Давай. Хорошо. Ну, оно тоже нет, не вот что прям противный какой-то. Давай. Ну, сухое. Нам. У нас женские напитки. И с тобой давай тоже. Иван, ты как, ты пропускаешь или как? Пока да, куда он? Ты пока дома, все выходные? А вы с каждой вилкой будете что-то. Будем, будем. Оп. Я скажу, так упаду, он еще не ел. Вон Вов, с хреновинкой. Угу. Любимые Вовкины сосиски. Да. Эти вкусные сосиски мне нравятся. Душ продаст. У нас сардельки дома были. Были. Так, тоже зацеплю. Да, мухи прям летают. Мушки вообще кошмар. Угу. О, прям вот сюда лезет. Нехорошие. Наглые. Угу. Наглые мухи. Угу. Уже вино пьет. Угу. Они на все. Реагирую. Ой. Мой вода. Мой вода. Сейчас она, блин, пьется, будет песни петь. А я люблю ее. Как некоторые говорят там. Ой, она вонючая. Пахнет. Не знаю, мне нравится. Ну, пахнется, и чё? А чё, рыба не пахнет? Она рыбой, да? Должна пахнуть, да. И пахнет рыбой. Так, а это селёдка копченая, да? Угу. Она без хотей. Если только, может, одна-две попадётся, так? Но у неё, видишь, она с какой-то приправкой, ещё с чем-то. Так, такой, это не ты готовил, нет? М? Не ты готовил, нет? Какой-то копчёный, да? Интересный у неё, да. У нас здесь вырезки. Mm-hmm. Сегодня гляжу, там еще видим, привезли. Много. Лежит уже. Прикольно. Мне прям понравилась она. Угу. Главное, что она уже интересная. Без костей. Да. Вообще, ну, так, заинтересовалась, да? Нет, мы едим и жрём. Я вчера просто не ел её. Ай, смотри, что ты рассказывай, рассказывай. А я вчера наелась этой рыбой. Сегодня проснулась, мне сушняк. Сушняк? Раз от вас ехали. На заправку за день не ехали, а там, блин, это бензовоз. Что ждать? Полчаса ждать. Там столпились. Да вон чей-то нефть. Вкусно. Эти пазики там на... Раз, и всё. На втыкались, и всё. Встали, всё. Нет. А я вчера увидела. Говорю, надо взять. Что там? Рыбки будешь? Более-менее дешевый. Рыбку бери. 53. И копчение такое приятное, да? Угу. Здоровское. Не, мне тоже понравилось. Ни жоги, ничего нету. Угу. Кстати. 53, 85. Это же очищенное. Очищенное. Это здорово. Это же очищенное, такое кожа. Кстати, действительно, с каким-то перчиком. Да, с какой-то зеленушечкой. Нормальнее. Че, Вов, мой вот, что не ешь? Чего? Не хочешь? Я не хочу. Не хочешь? Ну ладно. А вот так. А вот так буду, да. А так только рот открывает. И смотрит, как там Нина почистила, не почистила ему. Да. Так, вот, на, давай. Ой, ой. Так, ты мне пальцы-то не откусывай. Месть пальцами уже. Не, ну она легко, кстати, чистится. Она, считай, хребет только у нее еще. Да, да, она чистится. То есть чистится-то она на ура. Вкусно. Вкусненько. Ну, уже двое ползут. А я помню, как-то... Кто? А, мухи-то? Мухи. Мушки. Давай, Иван, наливай. А то иду. Сейчас. Салфетку дай тебе? Не, вкусная рыбка. На. Не. Ну, мало, да? Мало даю. Сосиски будем есть. Дай, Вов. От души. Угу. Сосиски. Скоро шкаф приедет. Угу. И будешь прятаться потом в этом шкафу, да?
кстати, видал, да? Чего? Или ты не это ВКонтакте? Че там? Ромчик выложил новые фотки. Угу. Не обратил внимания. А что там? Еще в одном фильме снялся. Еще в одном? Да, в каком? В телесериале. Какой? ФК «Родина». Во, я, кстати, как раз его хотел посмотреть. Вот он там играет этого. Все. Бандюгана. Да? Да, с автоматом у авторитета. Нет, у него уже прям больше там 5 слов, да, получилось? Мы там сделали, это убрали, заделали. Это друг у нас вот такой, знаешь, он вообще клоун. Сделали вот такую пробку, ну, испанского весит. Да? Это козлиный такой. Сделал вот. Бороду. И это, короче, он это клоун, ну, как это? Был. Ну, он сейчас. Ну, еще и в кино вот начал сниматься. В нескольких сериалах уже снялся. Он в том снялся его, видать, заметили. Не, ну он вообще такой фактурный. Он высокий, во-первых, 2 метра ростом. Весь такой, знаешь, это как дядя Стопа. У него такие бакенбарды, такой, ух. Классный парень. Веселый очень. Жалко, вот не пришел, они ковидом заболели. Должны были на день рождения тоже прийти. Вот он вчера выставил фотки там. Как раз съемка. Так, надо посмотреть. Рекламу. Бандюган там такой в кожаной куртке, спортивных штанах. И, блин, в кепке кожаной. Ну, понятно. Ну, все, давайте. Все. Может быть, мы тоже скоро в сериалах будем сниматься, кто знает. И все. Ну, у нас свой сериал, так сказать. В новостях показывают. Все, наелись, напились. Поехали. О, дозвони, да? Уже... Ну, 5 минут. Для Майи, мне кажется, сейчас это слово «гулять» не самое удобное и приятное. Для нее слово «домой» более приятно. Вот так. Напилась я пьяна. Вроде как вино, знаете, все равно немножко ударяет. В шары. Ну все, сейчас едем к бабушке смотреть шины. Приехали за этим. И вот только сейчас, спустя 3 часа. Это Иван Сильв. Спустя 3 часа только и едем, да? Какой раритетный стоит велик. Тут еще не такой. Интересно. Чай. Да? Раритет. Сидим к Вовке на квартиру. Все, Вовка, выселяю тебя. Да, все, будешь себя плохо вести, я тебя там оставлю. Да. Я говорю, будешь себя плохо вести, я тебя тут оставлю. О! Ну что? Есть, а как это стерто? Она же не стерта, ни хрена. А, она новая, типа. Ну, вот эти вот колпаки, конечно, так себе. Вот эти? Нет, я имею в виду сами вот эти. Это стандартные. Они ставятся вот так вот, здесь прорезь. Не, ну они ржавые какие-то, не? Вот прорезь. Вот так вот ставятся. Ну, все. Да. И гайки между колесами прикручиваются. Да. Не, ну они какие ржавые. Зимой-то тебе никакая... А они дешевые эти-то. Они 500 рублей, это одна такая. Не, ну и что ты скажешь по поводу колес? Здесь какой радиус? Конечно, видно. И какой радиус колес? 15, наверное, скорее всего. Вот посмотрим. Давай, смотри. Собирайся. Вовкина квартира. Буду выселять его сюда. Вон, кстати, чемоданчик стоит. Вот. Здесь бабушка у меня уже. О, нифига себе, тут отопление у них еще работает. Свет-то где включается? Здесь газовая колонка. Вот. Вот это Вовкина квартира. Хорошая квартира. В общем, если что, будет ему где жить. 22-й год. Резинка новая. 22-й? Туда менять, она 22-го года. Че, реально? 22-го? Да. Nokian Tires. Nokian? 26-я неделя 22-го года. То есть она прям вообще новая, да? Они все такие, посмотри. Да все они одинаковые. Все они одинаковые. Nokian Tires. То есть, по сути, один год, да, на ней ездили? Ну, зиму одну. Еще? Не, на ней... Не а хороший это Nokian-то считается? Nokian, да. Nokian, это что, я не знаю, у нее протектор-то новый, да? Смотри, как у него. Nokian Tires. Высокий, блин. Высокий, да? Ну, это липучка, да. Это липучка, но она нормальная липучка. Смотри, она какая. Я бы вот не стал покупать другую. Не стал?
А то, что вот эти вот колпаки? Да и хрен вот их. Знаете, мой только в сенсорах и есть. Потому что очень много агрессивной химии, да, и влага. Да, они по-любому облезут. Даже если отдашь покрасить, они потом все равно такие же будут. Да. То есть, по сути, нам даже не надо ездить в сервис, можем приехать и вот эти просто на месте сделаете, поставите и все, да? Да, они поставят. Да? А в эти пакеты? Отбалансируют. Все. Нет, я имею в виду, что здесь прямо сделать. А, можно здесь. Иван, а ты сам сможешь поставить? Конечно. Отбалансировать бы, конечно, попробовать. Отбалансировать надо, нет. Но они, в принципе, так-то грузики-то висят на них. Угу. Ничего не слетело, только который передний, который задний, вот, надо Ну, можно, в принципе, поставить. Не, ну, то есть ты считаешь, что вот эти хватит точно, конечно, да? Конечно. Она новая резина. Погода весь хватит. Ты уверен? Тебе не нужно никаких шпут? Хватит они. Нет, ну это ты ездить-то будешь. Ты же мне тут потом скандал-то сервер будешь закатывать. А где вот эта вот липучка? Что это означает, липучка? Вот эти проводы вот здесь. Видишь, она какая? Липут. Ну. Из нее снег вылетает. А. Там ничего не задержит, она всегда вот такая. То есть, в принципе, по городу будет нормально, да? Конечно, такая? Не только по городу, по трассе где угодно. А это, получается, она с колпаками, да, Hyundai? Ну, это оригинальные колпаки. А. Типа тех, как стоят. Ну, что-то все влияет. Nokian, да? Nokian Tyres. Nokian Tyres. 22-го года. Ну, то есть, ну, совсем новые. Ну. Если те это были 14-го, да, а это... те были 14-го. Те, прикинь, Иван, 14-го года была та резина. Ну, там, то раз... есть, она была, получается, как это, только вот сдали и все. А здесь все колпаки-то есть? Все есть. Да, ты берешь. Значит, тогда потом это приедем, заберем тогда и все поставим. Или вы сами подумаете, может, сами поставите. Ну, поставить-то поставим, но... Нет, попробуйте отбалансировать. Отбалансировать надо было. Так-то было. Попробовать. Ну, в принципе, они не езженые. Ни хрена. Стенди. В любом случае, первый раз ставит их, отбалансирует. Новые. Он крутнет их, посмотрит. Ну что, Вов, остаешься тут? Балансировать. Иди давай, оставайся тут. Что, все, я тебя сегодня днем выгоняла. Выеживаться. Я тебя сегодня выгонял днем, вот сейчас опять выгоняю. Все, тогда иди, кукон, вон автобус сейчас должен подъехать. А так одеваешь, что? Ну, посчитай, 26-я неделя, который месяц будет? 26-я неделя. А фиг знает в году сколько недель. Ну, посчитай. Там 40 с чем-то. 4 недели. Посмотрю. Владение. Владимира. Ну, кстати, видите, диван-то. Особо, наверное, тоже не... Особо, наверное, тоже это, да, наш диван-то не влез под, да? Апрель месяц где-то. Апрель-май. Наверное, да. 22-го. Новая резина, да. Ну, в любом случае, первый раз ее ставить там надо будет. Чтобы она отъездила сезон. Сезон она отъездила. Блин, на ней даже не... Она не езжена практически. Хорошо, да. Может быть, даже. Но она ездила, но она очень много ездила. Я говорю, сюда диван бы тоже не влез, наверное, да? Чего? На что? Да? Да. Нет. Здесь место где-то 2 метра, что ли. Вот это ну, 2. Стенка мешает. Нет. Стенки. Если бы вот это вот это убрать, то, может быть, влез бы хрен. 2,60. 2,60? Угу. Ну, здесь это где-то около 3 надо. Угу. Или 2,5. Полы скрипят маленько. Так они деревянные, что-то. Угу. Да. Не, очень хорошая квартира. Все, ладно, поехали. В общем, если что, я буду тебя знать, куда тебя выгонять. И где тебя искать. Выгонять. В общем, вердикт Ивана, не надо ничего менять. Хорошая резина, вот такая вообще новая, стоит 6 тысяч. Вердикт, то, что да. Там ну, новая почти. 22-го года, да. Nokian. Да, Nokian. Вот, так что не будем мы пока менять. То есть даже пока поездим. Нормально. Да. Nokian. Тем более зимой мы не так часто будем ездить. Вот. Нам пока хватит. Вот. Отлично то, что она на колпаках. Ну, в смысле, не на колпаках, а на вот этих вот дисках. Колпаки там это нормальные. Да, ну, они ржавенькие, конечно, но сойдут. Это не колпаки. А что это такое? Как это называется? Диски. Диски ржавенькие. Штамповка, да. Но смысл в том, что нам, в принципе, этого хватит. С 14-го года, чтобы они не поржавели. Нормально, тем более зимой, знаете, когда там слякоть, дождь, там вот эта вся вот эта химия, а вот нормально все будет. Так что оставляем все, выключай, эти диски, и будет все хорошо. Ладно, всех любим, всех целуем, увидимся дома. Пока-пока.